Двойное убийство произошло в квартире на Каширском шоссе в Москве. По некоторым данным, мужчина из-за давнего семейного конфликта расправился с женой и тещей. По информации источника, преступник до смерти забил родственниц тяжелым предметом по голове. Подозреваемый скрылся с места расправы на автомобиле, ведется его розыск. В настоящее время следователи и криминалисты столичного следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления, сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.